Мария Андрианова и от лица онлайн-журнала «Зеленая точка старта» и компании «Электромобили мира» мы сегодня вот совершаем такую водную прогулку на электрокатере. Электрокатер «Элизабет» — это первый в России электрокатер. И с нами гендиректор компании «Элизабет Электрик» Илья Жуков. Илья, расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания «Элизабет Электрик»? Мы занимаемся именно переоборудованием готовых катеров корпусов на электроустановки разной мощности. Вот, соответственно, мы можем взять новый корпус завода от производителя, мы можем взять БУ корпус с уже установленными моторами или, например, с сломанными моторами ДВС и переоборудовать их на электромотор. Да, в зависимости там от потребности заказчика могут быть маломощные, могут быть более мощные электродвигатели. И нам не важен какой это тип. Это стационарные моторы, как у нас на этом катере. Это подвесные моторы, как большинство лодок. И также нам не важен тип привода. То есть это может быть и поворотная колонка, и водомет, ну и вал-линия, как на этом катере у нас. Ну и повторюсь, подвесной мотор точно так же можно электрифицировать. Илья, скажите, пожалуйста, какой катер вообще был взят за основу? Мы взяли готовый водоизмещающий катер завода «Вымпел», «Санмар 7000» он называется. Катер этот был произведен в 2017 году. Мы взяли его на рынке БУ немножко и переоборудовали на электричество. Здесь был установлен дизельный мотор 80 лошадиных сил. После его демонтажа топливных баков системы, мы спроектировали установку уже электромотора, батареи, контроллеров и всех остальных нужных частей. А какова вообще изначальная стоимость в ДВС-варианте данного катера? О, уже на волне качает. Да. Я точно не могу сказать, потому что мы его новым заводом не покупали. Просто по слухам там или по рынку Авито, по-моему, в районе 2 с небольшим миллионов он стоил. Вот. Но не претендую на истину. Спасибо. Сколько по времени вообще требуется для переоборудования ДВС-катера в электро? Угу. Сколько это занимает? Все зависит от самого катера непосредственно. Если это небольшое судно в районе 5-7 метров, то срок реализации такого проекта в районе 2-3 месяцев. Если судно уже больше, то, конечно же, срок вырастает и до полугода. Связано это с тем, что требуется большое количество компонентов, их ожидание составляет там около месяца в среднем, и плюс, конечно же, монтажная, демонтажная работа и проектирование. А какие вообще комплектующие вы применяете при создании вашего катера? В нужном нам диапазоне мощностей есть и российского производства, и разрабатываются сейчас такие моторы, поэтому мы, я думаю, будем сильно смотреть в сторону импортозамещения и делать это, конечно же, стараться на русских компонентах. Непосредственно батареи, по большому счету, они китайские в том или ином виде, в любом случае из сырья китайского. Но это хорошая производственная батарея, уже зарекомендовавшая себя, имеющая там большой срок службы и гарантийный период. Остальные компоненты в виде контроллеров, плат там, управления, что-то у нас есть свои разработки, что-то мы применяем, готовые какие-то варианты. Ну, тут разные, да, либо это европейские, либо это Китай, либо Россия. Теперь перейдем к техническим характеристикам катера. Скажите, пожалуйста, подробно о них. Давайте. Мотор здесь установлен 30 кВт его номинальная мощность, 60 пиковая. Батарея у нас емкостью 80 кВт-часов. При такой емкости аккумулятора запас хода на средней нашей круизной скорости составляет 8 часов или 80 километров. Вот. Что касается скорости, то средняя такая, да, круизная, это 10 километров в час или 5-6 узлов. Максимальная скорость до 18 километров в час. Но это такой уже становится переходный неэкономичный режим, где потребление сильно возрастает, и поэтому на нем как такового смысла двигаться нет. Вот сейчас мы идем практически на максимальной скорости, это прям видно, и при всем при этом спокойно разговариваем, у нас тихо на борту, отсутствует вибрация, отсутствует выхлоп, и это как раз самые крутые преимущества электрокатера.
потому что отдых на таком судне, он выходит на новый уровень. Намного приятнее проводить время, общаться с семьей, с друзьями при прогулке на таких катерах. Скажите, есть ли на борту дополнительные источники генерации? Нет, мы сразу делали этот катер полностью электрическим, без генераторов и без капли топлива. Единственное, что у нас есть, это докатка на случай какой-то беды, но и она тоже электрическая и питается либо от основного аккумулятора, либо от аккумулятора 12 вольт, то есть обычной бортовой сети. А что насчет электроинфраструктуры? Это развито сейчас? Как вот заряжать катер? Катер наш заряжать можно абсолютно от любой розетки 220 и 380 вольт. Такие розетки находятся в любом яхт-клубе, в марине, в порту, то есть проблем как таковых с зарядом нет. И более того, даже это, наверное, больше, чаще можно зарядиться от розетки, чем найти на воде какие-то заправки с топливом, с бензином или с дизелем. Вот, поэтому там в акваториях Москвы, да и в принципе любых других городов, где есть яхт-клубы, там же есть и розетки, там всегда можно зарядиться. При напряжении 380 можно зарядиться всего за 4 часа, конкретно этот катер. Вот. Но в зависимости от той емкости, которую мы можем установить в ваш катер, ну, время заряда также может меняться, если уменьшается емкость аккумулятора или увеличивается при увеличении. Разумеется. Понятно, спасибо большое. И какая примерная стоимость вашего катера электро? Стоимость, опять же, напрямую зависит от самого судна и от задач, которые перед ним стоят. И, конечно же, большая часть стоимости, она именно в батареях, которые являются вашим, ну, там, бензобаком, можно, да, так сказать, на несколько лет вперед. То есть это такой абонемент на топливо, при этом стоимость зарядки просто очень маленькая, то есть в 5 или в 10 раз меньше, чем заправиться бензином или дизелем. Лер, скажите, пожалуйста, по поводу программного обеспечения вашего катера. Сюда, да, мы разработали вот такой монитор, отображение всей информации. Сейчас, вот, например, у нас показывает скорость 8,2 км в час, при этом запас хода у нас на 100 км. Это как раз счетчик остаточного пробега в зависимости от той скорости, на которой мы движемся. Конечно же, показывается потребление, батарейка, общая дистанция, это все пересчитывается в узлах, в милях, ну и в километрах, конечно же. Там другие режимы есть темные и различные характеристики внутренние, которые нужны капитану. Это моторный отсек, здесь раньше находился дизельный двигатель, он занимал почти все пространство. Соответственно, после его демонтажа у нас здесь поместился электродвигатель, он находится под ящиками с аккумулятором. Да, ящик с самими аккумуляторами, это один из трех таких же. Ну и дальше охлаждение, инвертор, контроллер, управление. Сейчас мы идем примерно средней скоростью и также тихо, даже при открытом моторном отсеке. Слышно только небольшое жужжание электродвигателя, как у любого электротранспорта. Так, давайте покажу вам демонстрационный отсек с батареями. Мы специально оставили один открытый, для того, чтобы можно было это дело увидеть. Скажите, а на вашем катере электро можно пройти тест-драйв желающим, чтобы они на себе ощутили всю прелесть экологичности и тишины? Да, конечно, мы с удовольствием продемонстрируем все возможности катера, покажем и расскажем, как это все работает. Каждый, кто уже проходил тест-драйв, кто с нами катался, все сразу в восторге, конечно же, от тишины, от ощущения именно там звука волны и ветра. То есть это как будто идешь под парусом, но при этом на моторе. Катер мы планируем в этом сезоне большую часть времени держать в Москве, в разных яхт-клубах. Сейчас какое-то время он будет стоять в яхт-клубе «Маяк» в Химках. По предварительной записи по телефону можно договориться, да, на тест-драйв, прокатиться, посмотреть, как это все работает, ощутить на себе все преимущества. В общем, конечно, я первый раз вообще в жизни плыву на электрокатере. И если говорить о моих ощущениях личных, то, конечно, это очень здорово, потому что транспорт экологичный, бесшумный практически. Вот, и очень круто. Так что спасибо большое за такое интересное интервью. Я думаю, сейчас как раз-таки все больше будет развиваться сфера
электротранспорта в России. Так что ждем, что будет пополнение вашей электросемье, вашей компании. Спасибо. Вам спасибо, да, что посетили нас, что прокатились, дали такой отзыв. И да, мы планируем в ближайшее время к выпуску новые модели, интересные, но об этом, наверное, чуть позже, когда уже реализуем все наши мысли и задумки. Все, что нам нужно, чтобы зарядить катер, это два мотка провода и все, никаких канистр с бензином, не надо таскать, ничего тяжелое, по крайней мере. Открываем порт, включаем. И нам осталось просто подключить в причальную колонку розетку. Все, заряд пошел.